Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
Эй, сталкер, ты впервые в этих краях? Подойди к нам, не сикай. Может, договоримся об одном дельце. Здорово, мэм! Ну ты это, братиш, заглядывай, если надумаешь нам помочь. Давай, пересечемся.
Вот гады. Отморозки проклятые. Такую гитару разбили. Thank you.
Эх, сыграл бы я вам. Да вот, дырка. Да.
Большая проблема. Требует помощи опытного сталкера. Может, в этот раз заглянешь? Поговорить надо. Противник! Получай, слепец! Thank you.
монолит! Thank you.
Сталкер, ты не на своей территории. Веди себя достойно, и у нас с тобой не возникнет никаких разногласий. Если есть какие-то вопросы, заглядывай, пообщаемся. Выкладывай, что там у тебя? Бывай, мужик. Амур, поднимай задницу. Пришло время прогуляться. Так-так, они недавно тут были, резвились в этом болотце. Ладно, двигаем дальше. Только тише, они где-то рядом.
Амур, не уходи далеко. Обедали, значит, зверушки. Ну, сейчас мы вам подадим десертик. Тихо! Я что-то слышал. Амур, фу! В лагере нормально еды тебе отсыплю. Кончай эту падаль жрать. Кабаны спят. Слушай, давай-ка их по-тихому накроем, пока не успели оклематься. Все, я почти закончил. Оба-на! А это у нас кто? Как дела, охотничек? Давай, свидимся.
Истина, что сегодня распорола Мазаю брюхо. Кашук говорит, утром соберем бригаду и отправимся на поиски кабана. Да хрена с два я буду ждать утра. Пока не стемнело, отправлюсь сам и клыки ему повырываю. Охотники мы в конце концов, или пстуны трусливые? Хрентец! А, пытался выследить тварину, а он из ниоткуда выбежал и сбил меня с ног. Пока валялся в отключке, эта тварь притащила мне свою нору. Черт, больно-то как! Не могу даже пошевелиться. Связь не ловит в этой гребаной норе. Я бронил где-то ружье, но пистолет с бронебойными еще при мне. Как-то шток вернется, я ему преподам. А твою мать! Выкладывай, что там у тебя? До встречи. Алоха, мэн!
Бывай, мэн! Почти пришли. Двигайся максимально аккуратно. Гляди в оба. Ребята подойдут с другой стороны, и мы обступим эту тварь. Вон она, красотка. Сидит, чешется. Все готовы? Огонь! Гроза округи. Сделали за охотников их работу. Ну и нахрена они тогда нужны?
Ты не правильно, я тебе Эй, мужик, проваливай отсюда! Еще раз увижу тебя за установкой всяких сканеров на нашей территории, получишь по башке. Нам эти железки тут ни к чему.
сталкеры заколотили окно, ибо им было жутко от этого места. Ветер из окна вполне мог сдуть предсмертную записку с трупа, если она тут, конечно, была. Записи, на которых покойный Хорек описывал безопасные тропы по аномальным полям, отмечал скопление мутантов, фиксировал периодичность выбросов. Интересно. Он совершенно точно не планировал вот так просто застрелиться.